Здравствуйте! В эфире новый проект телеканала «Беларусь-4. Школа жизни». Ох уж эта народная мудрость! Испокон веку говорят, что за одного битого двух небитых дают. Или не битый серебряный, а битый золотой. Так бить или не бить? Что означает понятие насилия над ребенком? Об этом сегодня говорят гости в нашей студии. Интересно то, что на сегодняшний день бытует такое мнение, что раньше детей били. И очень часто это мнение мы слышим от родителей, которые используют систему насилия для своих детей и как аргумент оправдания, что раньше били, я стал человеком, и я буду бить своих детей. На самом деле, если мы очень хорошо поизучаем историю, да, то мы найдем совершенно другие примеры. Примеры, когда детей любили, холили, лелеяли, была выстроена целая система воспитания, мамушек, нянюшек и так далее. Дети очень рано начинали работу. И только очень нерадивые дети, извините меня, получали подзатыльники. Сам ребенок до последнего может не говорить о том, что там его избивают, бьют, что он упал, ударился, там случайно зацепился. То есть вот, а чаще всего такие вот неблагополучные семьи, они с такими вот именно способами, и других способов мама не видит. Она говорит, меня били, и я буду бить. И вот такие вот семьи ставятся на учет и работают, проводится с ними профилактическая работа. Смотря что мы понимаем под физическим воздействием на ребенка. Да? Если, предположим, есть ли такие родители, которые не бьют детей, да, однозначно есть. Другое воздействие, например, нам достаточно посмотреть, как родители ведут детей в сад или как мы сами отводим. Да? Иногда они очень медленные, поэтому за руку мы тянем так или иначе хотя бы периодически. Поэтому всякое бывает. В нашей стране нет прямого запрета на применение физических мер воздействия в отношении детей. В законе о правах ребенка, который принят в начале 90-х годов, написано так. Те, кому стало известно о ситуации, когда в отношении детей применяется насилие, представляющее угрозу для их жизни, здоровья и развития, должны сообщать в компетентные органы. То есть, если насилие не опасное, сообщать не нужно. Но кто может определить, опасно это или нет? И что такое насилие? Это только физическое воздействие или более широкое понятие? Именно на эти вопросы мы поищем сегодня ответ. Ну а пока посмотрим на наказание глазами ребенка. Я думаю, что сейчас не надо наказывать детей вот как розгами, ремнем бить, потому что это все равно не будет сильно влиять на детей. И вот сейчас лучше ограничить компьютерными играми или ограничить в доступ к интернету. Могут не давать, не знаю, там с друзьями на улицу выходить надолго, чтобы уроки делал. В нынешнее время поставить в угол уже как бы немногие пользуются, но оно все равно пользуется популярностью. Также сейчас вызвать родителей. Просто наругать и дать полезный совет тоже считается популярным наказанием. Лишают чего-либо того, что им приятно, приносит удовольствие. Возможно, некоторых детей и могут даже бить, но я не встречалась с подобным. В каждой семье по-разному. Сейчас, конечно, родители более лояльно относятся к этому, но в некоторых семьях все равно остались дедовские методы воспитания, то есть ремень, либо попроще. Для начала, дорогие гости, давайте определимся, как различаются между собой два понятия – наказание и насилие. И, возможно, между ними есть и что-то общее. Пожалуйста. Лен, смотри, вот в русском языке есть такое понятие, как наказ. Вот тебе, дочь, мой наказ. Делай так, не поступай по-другому, да? Наказ. То есть это профилактика будущего какого-то неблагополучия, да? Профилактика какого-то, скажем так, неэффективного поведения. А в слове «насилие» есть какой корень? Сила. Но если мы учитываем то, что детские души – это очень податливые души к воспитанию, к слову, да, то зачем здесь сила? Ведь нужно соизмерять тогда, чего мы хотим. Каждый ребенок
маленькое существо, которое еще только начинает жизнь эту, да? И мы должны наоборот, какие-то напутствия, советы, рекомендации, то есть больше общаться, более доверительные отношения с ребенком выстраивать. И тогда ребенок даже порой, если построено хорошее взаимоотношение в семье, семья благополучная, то никаких наказаний и тем более насилия в семье не происходит. Ну, смотрите, тема насилия, да, насколько я понимаю, это когда ребенку причиняется какой-то вред. Наказание – это воспитательный момент. Мы можем называть это не наказанием, можем называть это воспитанием, как угодно. Это то, что человеку даст какое-то понимание происходящего, да, и направит его на какой-то там, да, путь в дальнейшем, который поможет ему не совершать что-то или делать лучше. Но я думаю, что в этом и есть разница. Ну вот смотрите, даже ребята, сами ребята разграничивали наказание. Бить, правильно? Они говорили, там, поколотят, побьют, и говорили о некоторых лишениях. Запретят пользоваться гаджетами, например, запретят общаться со сверстниками и так далее. Лишат сладкого. Поставят в угол. Поставят в угол. Так как быть? Как быть? Наказывать или не наказывать? Но даже сами дети говорили, что система наказаний в их сознании – это как норма, да? То есть ограничительно. То есть родители с помощью наказания дают свою реакцию. Ты правильно поступил или неправильно? И дети это принимают, что эта система работает, да? И что дети готовы выслушивать отцовское или материнское «да» или «нет». И это здорово. Давайте посмотрим, какое наказание дети считают самым страшным, самым обидным и самым неприемлемым. Меня лишили сладкого, я была тогда в детском садике. И мне было очень обидно. Ну, мне кажется, если бы оставили, закрыли бы меня в комнате и сказали бы не выходить, нигде не гулять. Самое неприемлемое, чтобы тебя отчитывали при всех. Мне очень становится обидно, когда во мне разочаровывается моя мама. Наверное, это простое избиение, когда лупят чем-то. Меня так особо никогда никто не наказывал. Поэтому я не знаю, наверное, лишение общения с моими друзьями. Наверное, все-таки самое страшное наказание, именно, например, от родителей. Это в какой-то реально плохой ситуации отсутствие наказания. Давайте сейчас вспомним наше детство. Угу. Когда шлепок по попе или, постукивание указкой по столу в школьном кабинете не считалось ни наказанием, ни насилием. Но времена изменились. И именно так расценивается вот это поведение родительское, когда шлепнул по попе, уже физическое насилие применил, как здесь быть. Знаете, самое важное, чтобы ребенок четко понимал, что он виноват. Лен, помнишь нашего великого педагога Макаренко? Конечно. Да? Это классика жанра. Все педагогическое сообщество по сей день не прощает ему одной истории. В один из дней он ударил своего воспитанника. Он очень переживал по этому поводу, да? Почему он ударил? Были все средства, воспитания исчерпаны. И вот единственное средство, единственный, голос и единственный способ, который мог услышать этот воспитанник, это была оплеуха. Вот здесь, мне кажется, это приемлемо. То есть для того, чтобы спасти человеку жизнь, это крайняя какая-то вот ситуация, крайний случай. Мне кажется, вот тогда эта оплеуха уместна. Но ведь мы же в жизни-то встречаемся совсем с другим. Мы встречаемся просто с системой. Когда не используется то, о чем говорили наши детки, да, там, лишили там общения с друзьями, да, там, лишили там гаджетов. Система выстроена только на насилие. Удары, шлепки, хлопки. Когда этих детей выбрасывают, швыряют и так далее. То есть мы об этом должны говорить. Есть подростки, дети, которым необходимо это сделать. Просто взять за ухо и вывести из класса, что-нибудь сделать. Потому что мы все понимаем, что все люди разные.
Вот. И второй момент – это уже профессионализм учителя, кому можно это применять, кому нет. А вот мы говорим о каких-то деструктивных моментах, да, но если педагог умеет делиться своими эмоциями, то, о чем вот говорит наш уважаемый папа, да, эмоциями с детьми, учиться учителям, да, учителям быть с детками честными и говорить о своих эмоциях. Во всяком случае, они все равно видны на лице. И дети обязательно это оценят. Лена, дети мудрые. Наши дети мудрые. Посмотрите, мы видели, какие мудрецы, да, какие они интересные нам давали советы. Как нам быть с ними, дети мудрые? Давайте сейчас обратимся к семье, к обычной социально благополучной семье. Насколько актуальна для нее проблема? Наказывать или нет? И если наказывать, то как? Наказывать-то надо, только, на мой взгляд, лучше вначале предупредить, что это уже последний раз, а не все время последний день предупредить, а дальше уже наказывать. Ну, не сильно серьезно, переходя от самого слабенького к самому серьезному наказанию. Мне кажется, что не надо, потому что просто нужно им объяснить, что так нельзя делать. Наказывать, думаю, стоит, но именно тем, что для них считается наказанием. Ну, да, как бы, ну, профилактика, чтобы была, чтобы больше такого не делал. Я думаю, нужно, потому что, чтобы в следующий раз вот такие ошибки они не повторяли. Я считаю, что это обязательная часть воспитания, так как если не наказывать, чаще всего дети не будут понимать свои ошибки, проступки, и тогда в будущем они будут их повторять, и это может привести к неизгладимым последствиям. Итак, наказания в семье быть должны. Иначе как ребенок будет понимать, хороший поступок он совершил или нет? Или наказания в семье быть не должны? Есть масса способов показать ребенку, нравится мне твой поступок или нет. Когда мы говорим о семье, да, ребенок должен жить в системе не размытых ценностей, а прямых ценностей. Например, если папа курит, и с сигаретой подходит к ребенку и говорит: «Сын, мне позвонила твоя учительница и сказала, что ты куришь, как ты...» И тут начинаются шлепки и так далее. Вот это есть система размытых ценностей. Но если в семье есть момент договоренности, да, вот за это поощрение, да, это совместный поход в бассейн, в парк, там какие-то там аквапарки, прогулки, там сладости и так далее, система поощрения. Но и одновременно мы проговариваем систему наказания, например, если ты вот это не сделаешь, да, ну какое наказание? Ну, конечно же, мы лишим тебя телефона, потому что ты не управляешься, ты не успеваешь. Но это есть не система жесткого такого бичевания, один бич, да, это система договорная, то есть вот здесь ты получаешь 3 рубля, а здесь ты вообще ничего не получил. Как на работе. Ты здесь выработал ресурс, а здесь ты не приступал к работе. Вот и все. Система договоренностей. Знаете, что, чего мы добиваемся наказанием? Ну, мы добиваемся того или каким-то воспитательным воздействием. Добиваемся того, чтобы ребенок сделал одно или второе действие. Это, в общем-то, влияние, наше влияние как родителей. Чем авторитетнее родители, тем меньше возникает проблем. И весь вопрос в способах этого влияния. Если не хватает влияния словами, да, и чем-то, какой-то историей, то аргументов, тогда аргументов, да? Не хватает, тогда нужно либо учиться влиять этими инструментами, либо придумывать новое. Вот моя мамочка, она не заканчивала высших учебных заведений, да, но в ее собственной семье ее никогда не били. И моя мама никогда не трогала нас, детей, да, отец мог пошуметь, но этого не было. И она вот по сей день говорит мне, вот наказ такой, наказ, да, мне уже бабушке, она говорит: «Люда, будь всегда для детей адвокатом, адвокатом, судей будет в жизни много, адвокатом». Да не поднимется твоя рука, чтобы ребенка... Защитником. Будь всегда защитником. И мне кажется, в семье, это очень важно, Лен. Очень важно вот окружить ребенка любовью, теплом, да, защитой. Все остальное он получит остальное, вне семьи. Да, вне семьи. А вот сейчас ребята расскажут о тех чувствах, которые они ощущают, когда их наказывают.
Если они по праву наказаны, то они чувствуют иногда даже обиду, иногда злость за то, что их наказали. Я бы чувствовала грусть. Я бы была бы одинока очень, мне бы не с кем было поговорить. Будто что-то обрывается внутри, и ты понимаешь, что вот, это ошибка. Ну, злятся, обижаются в большинстве случаев, потому что считают, что наказали ни за что. Я лично, когда меня наказывают, всегда чувствую досаду от того, что совершила. Когда ученика наказывают, то он сначала чувствует обиду, потому что его наказали ни за что, хоть он и понимает, за что его наказали. Ну, а потом он постепенно познает свою ошибку и пытается ее больше не встречаться с ней. Как вы считаете, какое воздействие имеет наказание на детей? Самое важное, как мы уже говорили, это чтобы ребенок понимал, за что его наказывают. Если ребенок это понимает, он это принимает. Если он не понимает, то он будет обижаться и считать, что его наказали несправедливо. Поэтому даже перед тем, как поставить в угол, мы даже у маленькой дочки еще когда были, да, мы спрашивали, ты понимаешь, вот ты понимаешь, что да, понимаю, там, да, постоит там пару минут, да, все понимаю. Вот это самое важное. Вот сейчас я не как психолог, да, и вот как мама и как бабушка. Нам очень нужно быть осторожными с наказаниями. Лучше поддерживать и выправлять, Лен. Вот давать более конструктивно какой-то выход, какой-то другой, выход показывать. Но не работает наказание, не работают. У каждого ребенка, как сказала Людмила, должно быть право выбора. То есть ребенку нужно объяснить, что, допустим, вот если ты поступишь в данной ситуации так, то это будет плохо, и какие последствия тебя ожидают. Или ты поступишь так, и что ты, наоборот, какие плюсы, допустим, твоего поступка. И когда ребенок осознанно уже поступает, какие-то принимает правила, эти нормы, тогда ребенок будет уже руководствоваться этими принципами и не будет совершать какие-то противоправные деяния в будущем. Насколько домашнее воспитание является сугубо семейным делом? По словам представителей миссии ОБСЕ, в данном случае их работа фактически является подготовительной, и проделать ее нужно в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить все условия для расследования, к которому в ближайшее время должны приступить международные авиационные эксперты. Этой трагедии не случилось. Да как же мне все это надоело! Не ребенок, а наказание какое-то. Что ты смотришь? И вечно все из-за тебя. Глаза мои тебя не видели. Сиди и думай. Возможная вовлеченность в это трагическое событие, если не России, как страны, то российских специалистов, может, военных каких-то. Это неуместная инсинуация. Вот такой вот вопрос всем нам. Где находятся будущие дипломаты нашего общества? Где находятся будущие директора нашего общества? ВИП-чиновники? Где находятся врачи, педагоги, соцработники? Да? Например, там 2040 или 2050 года, да? Даже 2030 года. Они находятся в наших семьях. Вот и ответ на вопрос. Ребенок выходит в социум, и он уже принадлежит не только семье, но он уже принадлежит и обществу. Получается, что это наше общее дело, воспитание в каждой отдельно взятой семье. Конечно. Хорошо. Скажите, а что грозит тем семьям, в которых градус агрессии, градус насилия зашкаливает? Какими вырастут дети? Что их ждет в дальнейшем? Как они будут видеть эту жизнь и этот мир? Однозначно зло вернется, и зло будет продолжено. Если мы говорим о любви, о счастье, о доброте, о свете, мы должны использовать счастье, любовь, доброту в воспитании. Если мы бьем ребенка, это будет продолжено, скажем так, в следующих поколениях. Более того, это вернется к престарелым родителям. Дети не прощают насилие. Я согласен, насилие порождает насилие. И это опять же тот пример, который показывают родители детям, как нужно решать вопросы спорные, да, путем насилия. Я так буду тоже вести себя. Бумеранг, это становится, да? Нормальным, как бы, да, и потом возникают вопросы о противоправных действиях, начиная там с 9-10 лет.
Ребенок повторяет то, что происходит у него в семье. Если, допустим, папа его там бьет, избивает, принимает к нему физическое насилие, тогда он приходит, приходя в школу, других способов, допустим, конструктивного взаимодействия с одноклассниками он не видит. Он начинает тоже драться, эти драки часто. И поэтому, вот, если все начинать вот, все это анализировать, то если какая-то драка такая серьезная произошла в классе, то нужно, мне кажется, корень даже искать в семье, в семейном воспитании. Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой. Вопрос такой. Мы знаем, например, вот я знаю, что, к примеру, в квартире, которая находится на верхнем этаже, постоянно плачет ребенок. Наверное, его поколачивают. Что делать мне, как ответственному гражданину, как человеку, который переживает за этого ребенка и за состояние семьи в целом? Обратиться к родителям, что же вы делаете? Уточнить у ребенка, бьют ли тебя, а может быть сразу в милицию, как правильно? Вопрос там стоит такой, идти разбираться самому или куда-то позвонить, да? Вопрос разбираться самому, он всегда плохой. Почему? Потому что это личный конфликт. Личный конфликт, это конфликт может дойти до драки и рукоприкладства, в котором может пострадать сам человек, который попытается что-то решить. В нашем обществе это неправильно, и этот человек сам, который попытается разобраться, попадет еще под статью. Да? Если вы видите, что на улице отец шлепает и довольно сильно своего ребенка, лучше пройти мимо. Мы же говорим сейчас о семье. О соседях говорим вообще о том, что происходит дома. Вот. А то, что касается, если на улице, понимаете, если на улице, например, родители шлепают ребенка, и ты видишь, что ребенка шлепают, да, он там побежал к дороге, да, там взяли, шлепнули нормально, не сильно, не больно, они не бьют его, то я считаю, что... Предупреждают таким образом. Да, то есть, такое бывает. Да, это их дело лично, я в этом глубоко убежден. Но когда ребенка бьют, это очевидно и видно это, да. В 2018 году МВД представит концепцию закона, в которой предлагается революционное для Беларуси новшество. Официально запретить бить детей. Я за то, чтобы закон этот был. Почему? Потому что дети должны быть защищены законом, да? Законом. То есть не просто так вот мы посидели, определились, решили, да, а именно, что есть закон. Почему это охладит пыл очень таких, знаете, рьяных, слишком рьяных родителей? Но такой закон должен быть, потому что градус насилия очень высок в обществе, а градус любви к детям все меньше и меньше падает. У меня больше вызывает вопрос, как это будет отслеживаться и как будет это определяться. Потому что это официальный ввод, да, позволяет очень многим манипуляциям в отношении семьи. И на самом деле вот эта тема ювенальной юстиции и других моментов, это вот все к этой теме идет, она, мне кажется, очень опасна в отношении семьи в целом. Я уже считаю, что такой закон нужен. И, допустим, вышел декрет президента номер 18, да, вот о постановке этих различных семей, неблагополучных на учет. И мы замечаем в динамике, что количество этих семей все-таки уменьшается. То есть я считаю, что этот закон тоже, он какие-то все-таки будут обозначаться нормы, то есть, допустим, более там, уже какие-то более серьезные там, телесные повреждения, менее серьезные. И уже родители, зная о существовании такого закона, тоже перестанут все-таки детей физически избивать, унижать, насиловать. Я поняла. То есть, по вашему мнению, хорошо продуманный предупредит нарушение. Спасибо. Я считаю, что нужно не бить, а любить ребенка. И выработать такие правила семейного воспитания, чтобы, соблюдая их, ребенок в будущем стал более социализированным и стал полноправным членом нашего общества. Фразе «бить нельзя, простить» я ставлю запятую после слова «нельзя». Бить нельзя, простить.
однозначно нужно любить ребенка. Если заслужил, его нужно наказывать. Наказывать, мне очень понравилось в смысле наказ, как воспитательное воздействие, которое не причинит ребенку вред, а направит его на путь истины. Мы идем по пути минимизации зла и должны понять, с детьми бывает непросто, но насилие не выход. Это была «Школа жизни». Всего вам доброго и до встречи.